Здравствуйте, уважаемые зрители портала Astrel.ru. Сейчас мы берем интервью не только с нашего... Также еще и Сани. Вот, сейчас мы берем интервью у Вяскина Георгия, он же World Edit, всему комьюнити известный как Zomb Imba Uber LLP. Вот, Георгий, первый вопрос, как бы... Вопрос такой же, в принципе, как у Фаби. Как вообще было играть с стариками и с суперскилловыми игроками в нашем комьюнити, с командами Два, Гипер, Ком, эти никнеймы, наверное, еще несколько лет назад ты просто видел во сне, как бы, хотя бы мечтал равняться на них. Как ты с ними сыграл в шоу-матче за звание представлять сборную России? Как это вообще? Ну, я с ними играл когда-то давно. Ну, как сказать, в общем, ничего особенного, по скиллу и так далее я не увидел. Ну, в общем, они меня не удивили ничем, а то, что они, ну, хорошо играют, это, ну, всем ясно. В общем, ну, с ним было играть довольно трудно, в сравнении там с другими игроками. Ну, вот, они тренируются там и так далее, довольно трудно против них играть. Георгий, вопрос, который, наверное, все слушатели, читатели портала Astrel.ru, какое количество аккаунтов у тебя Steam было? Все-таки больше 20 или меньше 20? Ну, я скажу, меньше 2. Все-таки меньше 2, да? То есть это дезинформация была у нас, да? У нас, собственно, я могу загадать желание, я сижу между двумя Георгиями, собственно, загадал. Да, я тебя хотел спросить, как тебе так повезло, что тебя назвали, как и меня? И вообще ты чувствуешь ли какую-то ответственность, да, что ты знаешь такое благородное имя? Да, конечно. Все-таки больше 20 аккаунтов или меньше 20? Ну, ладно, меньше 3. Меньше 3, да. Все-таки уже больше, да? Приближаемся к уравнению. Себя все ценят за вот этот скилл 2 на 2, да? Как сыр называет это не скиллом, а особым чувством. Что это вообще такое? Ну, 2 на 2, как вот я играю 2 на 2, я бегаю и просто стреляю. То есть, ну, выбегаю и рандомлю во все точки, которые есть. И получается, там психов убью, там прострелом через ящик и так далее. То есть, все, ну, все, кто сидят, смотрят, да, им кажется, что это вообще нереально. Там обычно на шифтах ходят, там чекают все нычки. А я вот, ну, 2 на 2, только есть 1 на 1 остаюсь шифты. А так просто бежишь, так топаешь как слон, бежишь на пролом, да. Да. Ну я не знаю, это как-то. Ну, игроки выбегают, теряются и просто бежат. То есть там никакого скилла нет. Вопрос такой, но если бы ты сам собирал сборную, а не прогрессор, ты кого бы вообще взял в сборную? Кроме себя, конечно. Кроме себя, и меня. Ну, я взял на отстреле. То есть я бы взял, скорее всего, Сыра, Зея, Фрешика. Ну, ТРК, там Пачо и Турбо. А почему Турбо? Ну, Турбо, я считаю, что он очень хороший стратхоллер. То есть, то, что ему... Это бывает... был антикомплимент Фаби, да? Ну, Фаби... Я с Фаби мало играл. Не могу понять. А вот с Турбо я уже много играю, то есть, с середины лета. То есть, я понимаю, что он, ну, команду старается, собирает и... Ну, старается, в общем, сделать, чтобы команду выросла. Если бы, ну, грубо говоря, сейчас немного команд, да, таких топовых на сцене, какую-то, ну, если бы тебе сказали, что мы берем тебя в любую команду, ты классный, ты там зомб ПВП, попадаешь во все, что движется, да, убиваешь без вариантов, да, без шансов, а куда бы ты пошел? Где тебе коллектив больше нравится? Ну, я не во многих коллективах играл. То есть, ты бы пошел в Макстыру, да, скорее всего? Ну, я бы не ушел, скорее всего, если бы мне предложил сыр и турбо, да, я бы, скорее всего, с турбой остался. То есть, с кем я играю, с кем я останусь. Если сами они... И все же, скажи нам, удобнее ли стрелять с прозрачными стенами или с непрозрачными стенами? А с прозрачными стенами я скажу, что как-то стрелять на самом деле хуже. Хуже, да? Да. Когда ты не с прозрачной стеной стреляешь, ты не боишься, что тебя запалят. Итак, это был World Edit с правдой жизни. Георгий, спасибо за интервью. Мы желаем тебе успехов. Сегодня ты очень неплохо себя показал в первом матче. Стены были непрозрачные, наверное. Стены были непрозрачные.
мы проверим, мы проверим. Мы не знаем это. Мы не знаем, но мы проверим. Мы общаем, проверим. Прозрачный, непрозрачный. Вот нам прогресс сказал, что непрозрачный. Итак, это был World Audit, Руслан и Георгий, еще один Георгий Мадли. Мы к вам еще вернемся.